إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Дальше шейх Рустам ибн Таймия, рахимаху тааля, говорит, если то, что было сказано раньше, стало понятным, то тогда следует сказать о следующем, что притеснение рабом своей души, оно заключается в том, что человек оставляет то, что полезно для души его, в чем она нуждается, или наоборот совершает то, что вредит ей. То есть, что такое зульм? Что такое зульм? Притеснение души. Либо человек не делает то, в чем она нуждается, что для нее полезно, либо человек делает то, что ей вредит. Точно так же, как зульм, несправедливость в отношении кого-то другого, тоже подразумевает, что человек либо не дает кому-то то, на что он имеет право, лишает его какого-то права, его, да? Либо же переходит границы в отношении него, то есть совершает нечто недопустимое, переходя границы в обращении с ним. Либо не додает, либо наоборот, что переступает грани в отношении кого-то. И дальше Шейх Ислам Таймия говорит, нафс, то есть душа, она нуждается со стороны человека. Итак, в чем нуждается? В том, чтобы то, что для нее полезно. Правильно, нуждается в том, что для нее полезно. Еще в чем нуждается? В том, чтобы не делать то, что ей вредит. Поэтому дальше говорит он. Он говорит, душа, она нуждается поистине в чем? В совершении того, что приказал Аллах. В совершении того, что приказал Аллах. То есть в чем она нуждается? Так сказали, что она... Что такое зульм? Не дать ей то, в чем она нуждается, или наоборот, сделать то, что ей вредит. Так вот, нуждается она в чем? Что это такое? В чем она нуждается? Это выполнение того, что приказал Аллах, субханаху ва тааля. Наоборот, вредит ей что? Вредит ей то, что запретил Аллах, субханаху ва тааля. Это очень важно. То есть, понятно, зульм это что? Не дать то, что нужно, или сделать то, что вредит. А что теперь нужно? Что нужно душе? Что для нее полезно? Для нее полезно то, что приказал Аллах, субханаху ва тааля. Что для нее вредно? Что ей вредит? Вредит ей то, что запретил Аллах, субханаху ва тааля. Значит, зульм... Несправедливость в отношении души, он заключается в чем? Заключается в оставлении хасана, то есть какое-то благодеяние, которое приказано душе, или в совершении какого-то сейя, то есть какого-то преступления, какого-то греха, который запрещен. Вот это вот очень важные слова шейх Ислама Таймия, рахималлаху тааля, баракаллаху фикум. Здесь автор разъясняет, что нам. Шейх Ислам разъясняет нам здесь, что это за зульм, о котором спрашивают, и прощения, за который научил пророк, алейхиссалату вассалям, просить Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху тааля ан. В чем заключается этот зульм? Либо в оставлении того, в чем душа нуждается из полезного, да, либо в совершении того, что вредит этой душе. Если посмотреть теперь на грехи, а грехи, они представляют собой что? Либо совершение человеком запрещенного, либо совершение, либо несовершение того, что является обязательным. Правильно? То есть, по сути, грехи, они и есть зульм. Почему? Потому что душе не дается то, в чем она нуждается, и совершается в отношении то, что ей вредит. Грех, его суть в этом. Зульм. Здесь сказано зульм-ан-нафс, то есть притеснение собственной души. Вот это слово зульм, притеснение души, зульм-ан-нафс, оно используется двояко, в двух пониманиях. Либо имеется в виду под зульм-ан-нафс именно притеснение человеком самого себя. И значит, есть еще два вида зульма. Это зульм, несправедливость человека в отношении Аллаха, субхана ва тааля. Раз. Несправедливость человека в отношении других людей, других рабов Аллаха, субхану ва тааля. То есть, есть три вида зульма. Первый – это зульм в отношении Аллаха, несправедливость в отношении Аллаха, субхану ва тааля. Второй – это зульм в отношении людей, рабов Аллаха.
Третье – это зульм в отношении самого себя. В отношении Аллаха Субхана ва Тааля в чем может заключаться зульм? Самый главный зульм, самый страшный зульм, самый страшный несправедливость – ширк. Предание Аллаха Субхана ва Тааля сотоварищей в поклонении. Что еще может сюда входить? Отрицание того, о чем сообщает Аллах Субхана ва Тааля, например. Отрицание каких-то атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, искажение его сифатов и так далее. Это зульм в отношении Аллаха Субхана ва Тааля. В отношении рабов Аллаха в чем может заключаться зульм? То, о чем говорит здесь шейх аль-Ислам, рахимаху ва Тааля. А именно, либо не дать им то, на что они имеют право, ущемить их права, либо, наоборот, покуситься на них и перейти грани в обращении с ними, совершив что-то недозволенное в отношении них. И остается зульм, зульм в отношении самого себя. Зульм в отношении себя, то есть это такой зульм, который не связан с умалением прав Аллаха Субхана ва Тааля непосредственно или с умалением прав рабов, но связан, замыкается на самом человеке. Как? Что это может быть? Например, это невыполнение человеком намаза, невыполнение человеком хаджа. Здесь вред на ком? Касается самого человека, правильно? Причиняет он себе вред. Что еще может быть? Какие-то запрещенные вещи, которые вреда от которых нет для других, но есть для самого что человека вред от них. Вот такое вот понимание. То есть зульм, нафс, притеснение своей души подразумевается, когда человек притесняет самого себя. Это в отличие от чего? От зульма в отношении Аллаха Субхана, в отношении рабов Аллаха. Такое понимание. Но есть еще другое понимание. Зульм, нафс, притеснение своей души – это любой зульм вообще. В отношении ли Аллаха Субхана ва Тааля, в отношении ли рабов Аллаха Субхана ва Тааля, в отношении самого себя, все это подпадает под понятие зульма, нафс, притеснение самого себя. Поэтому мы смотрим, в зависимости от контекста, если речь идет об нарушении правах Аллаха, о нарушении правах рабов отдельно, или нарушении человека в отношении самого себя, да, тогда мы можем понять в таком узком значении. А можем понять более широкое значение. Зульм нафс, притеснение души, означает, что все виды зульма, которые мы сейчас перечислили. И на самом деле, если подумать, во-первых, многие виды зульма, в них смешиваются, как несправедливость в отношении самого себя, так и несправедливость в отношении кого-то, и несправедливость в отношении Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, может быть, одно деяние, но оно содержит в себе посягание и на права Аллаха Субхана ва Тааля, на права кого-то из людей, верно? Или права самого человека, на самого человека против своей души он что-то делает. То есть, одно деяние содержит в себе несколько видов зульма, которые мы упомянули. Так может быть, во-первых. А во-вторых, если подумать, то любой вид зульма, в отношении ли он Аллаха, в отношении ли он творений, в отношении ли он самого человека, он все равно в итоге, он оборачивается против кого? Против самого человека, против его собственной души. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я ибади, иннакум лям таблугу дарри фатадруни». «О рабы мои, вы не сможете достичь того, чтобы причинить вред мне». И не можете достичь того, чтобы мне принести какую-то пользу. То есть, то, что ты совершаешь из каких-то деяний, это плохих, вредит Аллаху Субхану ва Тааля, как-то не вредит. Приносит Аллаху пользу? Нет, не приносит пользу Аллаху Субхану ва Тааля. Но если ты нарушаешь права Аллаха Субхану ва Тааля, это бьет по кому? По самому тебе, правильно? Оборачивается против тебя. То же самое касается рабов Аллаха. Если человек притесняет кого-то из рабов Аллаха, совершает зульм. Если хорошенечко подумать, притесненный, в отношении кого была совершена несправедливость, он что-то теряет? На самом деле нет. Либо он уже в этом мире получит свое право от того, кто его притеснил. Ну, например, элементарно обратиться там, к кадии, обратиться к судье, судья заставит того, кто причинил несправедливость, восполнить попранное право, да? То есть получит от того, кто его притеснил, свое. А если не получит в этом мире от того, кто его притеснил, свое, то тогда вахира получит, тогда вечной жизни получит от него, если, конечно, там не захочет отказаться от своего права.
А захочет ли отказаться от своего права там? А вот там он уже расчет не будет вести с деньгами. Там не сможешь ты откупиться деньгами, долларами там, и так далее, да, и золотом, серебром. Там расчет будет производиться посредством деяний. Это значит, что притесненный будет забирать хасанаты, благие деяния того, кто его притеснил. А если у того не останется хасанатов, не останется благих дел, тогда что будет? Тогда притесненный будет освобождаться от своих прегрешений из-за того, что кто-то его притеснил в земной жизни. То есть будут браться его прегрешения и бросаться на кого? Передаваться на кого? На того, кто его притеснил. То есть в любом случае он не в убытке. Притесненный не в убытке. А кто в убытке? Притеснитель. Он в убытке. Так или иначе, поэтому притеснение, оно возвращается к кому? К тому, кто его совершал. И поэтому можно встретить в текстах Корана и Сунны применение слова «зульму нафс» – притеснение собственной души в отношении нарушений прав Аллаха Субхана ва Та'аля и в отношении нарушений прав рабов Аллаха Субхана ва Та'аля. Вспомните, что Муса, алейхиссалам, сказал своему народу, когда те стали поклоняться, помимо Аллаха Субхана ва Та'аля, стали поклоняться тельцу. Что сказал Муса? Ваизкаля Муса ли кауми якау. Вот сказал Муса своему народу: о мой народ, иннакум заламтум анфусакум биттихазикум аль-иджль. Поистине вы совершили зульм против своих душ, против самих себя, взяв себе в качестве божества тельца. Аллах Субхану Тааля назвал это поклонение их тельцу, это ширк, да? Назвал это притеснением собственных душ. То же самое касается прав рабов. Тот же Муса, алейхиссалам, когда дрались двое, один из его народа, из Бану Исраиль, второй был из коптов, да, и дрались, и тот, который из его народа попросил помощи у Мусы, Муса подошел и ударил копта, но Муса был сильный, алейхиссалам, и что произошло? Получилось так, что тот умер. Получилось так, что тот умер. Что сказал Муса, алейхиссалам? «Рабби инни заламту нафси фагфирли». «О Господь мой, поистине я притеснил свою душу, самого себя. Зульм сделал отношение своего нафса. Прости меня». Дальше говорит шейх аль-Ислам, рахмаллаху та'аля. И если... Что до этого он говорил? Он говорил, что зульм в отношении души – это что такое? Это... Не дать ей то, в чем она нуждается, да, что для нее полезно, либо что совершить то, что для нее вредно. А полезно это что? Полезно это то, что приказал Аллах, а вредно это что? Это то, что запретил Аллах Субхану Тааля. Дальше он говорит, и те вещи, в которых нуждается человек, такие как еда, питье и так далее, это тоже входит в данный вопрос. То есть дать душе то, что... Для нее полезно то, в чем она нуждается. Все это, то есть все перечисленное, еда, питье и так далее, да, одежда, то, что необходимо для человека, все это входит в ваджибат, все это входит в обязательные предписания, которые приказаны человеку. Даже, говорит он, поедание мертвечины при варура, то есть когда крайние обстоятельства, когда человек вынужден, это ваджиб. Это обязательно для человека. Это мнение, оно известное мнение среди всех четырех мазхабов, то есть всех четырех имамов. Имамы всех четырех мазхабов, известное мнение от них, что ваджиб, обязательным является для человека употребить в пищу мертвечину, если он находится в состоянии крайней необходимости варура. Смотрите, до какой степени. То есть зульм в отношении души даже может быть совершен посредством чего? Что ты не дал своему телу то, что необходимо. Не накормил тем, что необходимо. Не напоил тем, что необходимо. Не одел в то, что необходимо. Тоже входит в понятие зульм, она в притеснение своей души. Почему? Потому что эти все вещи, они относятся к ваджибатам, они относятся к обязательным вещам, которые приказаны. То есть человек обязан есть.
обязан пить, человек обязан надевать на себя что-то. Кто-то может сказать, все, я теперь не буду есть. Ну, не хочу, я все умру, я все не буду есть. Нет, нельзя. Или не буду пить, например. Тоже нельзя, не имеешь права. И мы сказали, во всех мазабах, все мазабы говорят о чем? Что поедание мертвечин тоже становится ваджибом. Потому что если человек не съест, то значит что? Он убьет самого себя. И это будет убийством, самоубийством, и это зульм, это притеснение самого себя. И дальше говорит шейх Ибн Таймия, приводит слова Масрука, рахималлаху тааля, что он сказал, слова салаф, они всегда емкие, не всегда содержат в себе много полезного смысла, хоть они и краткие. Масрук сказал здесь, тот, кто вынужден поесть мертвечину и не поел, не поел ее так, что умер из-за этого, тот войдет в ад, тот войдет в адский огонь. Почему? Потому что он совершил самоубийство. Дальше говорит, рахмаллаху тааля, вакезалик, то же самое касается чего? Когда человек делает какие-то вещи, которые вредят ему из разряда ибадатов. Аллаху акбар. То есть вещи, которые относятся к ибадат, относятся к поклонениям, и он совершает нечто из этого, и это вредит ему, как, например, пост суям, если суям увеличивает болезнь человека или приводит к смерти человека. Или совершение гусля, совершение полного омовения холодной водой, если это убьет его. И так далее. Все это из притеснения души, которое запрещено, говорит он. Дальше шейх Ислам говорит, Аллах Всевышний, он приказал своим рабам то, что им полезно, и запретил им то, что им вредно. Как сказал Катада, поистине Аллах не приказал рабам то, что им приказал из-за нужды его в этом. И не запретил рабам что-то из-за того, что ему жалко это. Аллаху акбар. То есть Аллах, субхана ва тааля, если что-то приказал, приказал не потому, что он нуждается в этом. Потому что ты сам нуждаешься в этом. Потому что польза в этом для тебя прежде всего. И Аллах, субхана ва тааля, если запретил что-то, не потому что жалко Аллаху, субхана ва тааля, это для тебя. Потому что в этом вред для тебя. Но приказал им что-то, потому что в этом сказано их салях, то есть польза для них, и запретил им что-то, потому что в этом фасад, то есть вред для них. Это важные слова, шейх Ислам Таймия, рахимаху тааля, то есть Аллах Субхану тааля приказал своим рабам то, что им полезно, и запретил им то, что им вредно. Вот эти слова очень важны, братья, баракаллаху фикум. То есть, по сути, здесь шейх Ислам Таймия, он приводит нам правила. Он указывает нам на важное правило, на которых вообще строятся все хукмы, все установления ислама строятся на этом хукме. То есть, какие бы ни были хукмы ислама, установления, касаются ли они личности, касаются ли они взаимоотношений с другими людьми, касаются ли они отношений раба с его Господом, в любом случае, все вращается вокруг вот этого правила, о котором говорит здесь шейхуль ислам. А именно, это что? Осуществление пользы, маслаха, салях. Все это для пользы. То есть шариат пришел для того, чтобы реализовать, воплотить, установить пользу, маслаха. Пользу для рабов, пользу для общества. Но бывает, что польза уже есть. Тогда шариат пришел для чего? Что-то и так уже есть полезно. Тогда шариат пришел для чего? Чтобы увеличить пользу. Поэтому можем сказать, что шариат пришел для чего, с какой целью? Либо, чтобы дать пользу, которой нет вообще, либо увеличить ту пользу, которая есть уже. И пришел для того, чтобы устранить вред мафсада. Или, если невозможно его устранить полностью, то тогда что? Чтобы уменьшить этот вред. Вот это вот четыре вещи.
Цель шариата в этом. Если посмотреть, да, это такой основополагающий принцип. Какой? Четыре вещи. Что? Дать какую-то пользу, которой нет. Либо увеличить пользу. И что? Устранить вред полностью, либо уменьшить его. То есть у нас сейчас есть установление блага, шариат устанавливает благо. Установить благо либо с точки зрения чего? Наличия, либо с точки зрения, наоборот, отсутствия. С точки зрения наличия это что? Дать пользу, которой нет, либо увеличить ее. С точки зрения отсутствия, сальб это что? С точки зрения отсутствия это устранить вред или уменьшить его, если невозможно устранить его полностью. Итак, шейх Ислам Таймия говорит, что Аллах Субхану Тааля приказал рабам то, что для них полезно, и запретил им то, что для них вредно. Это очень важно. Если ты поймешь эту вещь, если верующий человек поймет эту вещь, то он увидит, как это сильно побуждает человека. То есть раб, если он знает, что все, что приказано ему, это что? Непременно польза. Все, что запрещено, это непременно вред, то это будет очень сильным стимулирующим фактором выполнять то, что приказал Аллах, и оставлять то, что запретил Аллах. Почему? Потому что все, что приказано для какой-то пользы, все, что запрещено, это запрещено из-за какого-то вреда. При этом, конечно, ты не обязательно можешь знать, в чем польза того или иного шариатского предписания, того или иного шариатского приказа. Не обязательно, что ты знаешь это. Может, ты знаешь, может, ты не знаешь. Если ты знаешь пользу, мудрый смысл, почему это установлено, альхамдулилля, это нур аля нур, свет поверх света. Если не знаешь, то все равно это выполняешь. То есть, выполнение какого-то приказа Аллаха, субханаху ва тааля, оно уже не зависит от того, знаешь ли ты мудрость этого предписания или не знаешь. Хоть ты знаешь мудрость этого предписания, мудрый смысл, хоть ты не знаешь, все равно ты это обязан делать. Хорошо? Но если ты знаешь мудрость этого, то это добавляет человеку стремление, активность, это укрепляет его еще сильнее. Верно? То же самое запрет. Если запрет какой-то есть, ты скажешь, я не буду отстраняться от этого, пока я не узнаю, в чем смысл этого запрета. Многие так делают. Вот вы говорите, нельзя там есть левую руку. Или вот вы говорите, нельзя что-то. Я пока не пойму, а почему? Риба нельзя. Почему риба нельзя? Пока я не узнаю, почему, то я не буду оставлять это. Нет, не так. Прелюбодеяние. Почему нельзя прелюбодеяние? Пока я не узнаю, почему, в чем мудрость этого запрета, я не буду оставлять. Так говорят некоторые. Да? Нет, знаешь, не знаешь, ты смысл запрета, ты должен это оставить. А узнаешь еще мудрый смысл этого, это еще лучше. Это сильнее укрепляет человека, дает ему больше активности. Но в любом случае мы знаем, что Аллах, Субхана ва Тааля, Он Аль-Хаким Аль-Хабир. Баракалуфикум, это очень важный вывод. Это очень важный вывод, что все, что устанавливает Аллах Субхану ва Тааля, содержит в себе мудрость. Все, что Он запрещает, это из-за какой-то мудрости. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он Аль-Хаким Аль-Хабир. Он мудрый, Он Хабир, сведущий, всеведущий Субхану ва Тааля. И это касается как шариатских установлений, так и того, что Аллах Субхану ва Тааля создает, что Он творит в мироздании. Во всем этом Он Аль-Хаким, Аль-Хабир. Слова Катады, рахмаллаху тааля, какие слова, что поистине Аллах не приказал рабам что-то из-за того, что нуждается в этом, и не запретил из-за того, что ему жалко это. А для пользы самих рабов. Если приказывает, для их пользы. Если запрещает, то для их пользы. Слова Катады вот такие. На самом деле это сокровище. Если подумать об этих словах. Мы говорим, казалось бы, полезные вещи. Но это очень глубокие вещи. Очень глубокие по смыслу. И поверьте, многие люди, они не понимают этого. Если вы им это скажете, то, возможно, у них откроются глаза. И, возможно, это явится для них вот таким ярким светом, который озарит для них истину. Что Аллах, если приказал, не потому, что ему это нужно. Если запретил, не потому, что ему жалко. А запретил, потому что
польза обязательно это есть для рабов. И запретил, потому что обязательно в этом вред для рабов. Вот такое вот сокровище – это слова Катады, как говорит Ибн аль-Кайям, слова предшественников, они содержат в себе бараку, они содержат в себе благодать. Они краткие, но содержат в себе много пользы. В отличие от слов поздних уже поколений, слов много, но бараки, пользы от них, от этих слов мало. Любой возьми приказ Аллаха Субхану Тааля, намаз, закат, хадж, пост, благодеяние к творениям, хорошее поклонение Аллаху Субхану Тааля, ихсан в поклонении Аллаху Субхану Тааля. Это для кого? Это для тебя самого, это для рабов польза. Запрети Аллаху Субхану Тааля что-то, не потому что Аллаху Субхану Тааля жалко, он аль-гани аль-хамид, он аль-гани аль-хамид, он богатый, самодостаточный, достохвальный. И он, если запретил, не потому что жалко, Аллах Субхану Тааля, он щедрый. Но в этом есть польза для тебя. И дальше говорит, рахмаллаху тааля, «Валихаза джаал Куран биль амри бис салах, ва нахи анил фасад». И поэтому, говорит он, в Куране, Куран пришел с чем? Куран и Сунна пришли с чем? С приказыванием того, что является салах, того, что является пользой, и запретом того, что является фасад, того, что является вредом во многих местах. Мы можем видеть вот такой общий хукм, что Аллах Субхану Тааля говорит, что Он любит салях, что Он любит ислах, установление пользы, что Аллах Субхану Тааля, Он любит установление блага. Да? И наоборот, видим во многих местах Курана запрет на что? На фасад, на порчу, на нечестие. Ну, фасад, по сути, это что? Вред. Вред. А теперь кто-то скажет, альхамдулилля, понятно. То есть все, что полезно, к этому побуждает, получается, Аллах Субхану ва Тааля приказывает это. То, что вредно, от этого что? Удерживает Аллах Субхану ва Тааля, запрещает это, да? Но теперь что может быть? Человек скажет, а это полезно, я вижу, что это полезно, значит, это одобряет Аллах и будет делать это. Кто-то скажет, ну, я вижу, что это вредно и не будет делать это, да? И человек таким образом этот вопрос, что останется на откуп чему? Разуму человека. А разум человека, разве он может быть критерием в этом вопросе? И разве можно на него опираться в этом вопросе? Ведь тысячи, десятки тысяч умов, и у каждого ума свое видение, что полезно, а что вредно. И если это оставить вот так на откуп разуму, тогда люди выйдут за пределы. Поэтому шейх Ислам Утаймия, он говорит, и действительно, и салиф говорили, предшественники уляма говорили, а что, тот, что это за разум такой, посредством которого вы меряете вещи? Чей это разум? Потому что у каждого есть что? Свой разум и по-разному все измеряют. Поэтому шейх Ислам Утаймия говорит дальше такую важную вещь. Понятно, что шариат, он устанавливает и призывает к чему? К тому, что является пользой и удерживает от того, что является вред. Но поэтому, но дальше он говорит, «Вассалях куллю фитаатилля». Но польза вся, она в чем? В покорности Аллаху. А фасад, вред весь, он в чем? В ослушании Аллаха. Вот это важно. Поэтому мы убеждены, верующий убежден, что да, ислам, он весь что? Польза, устранение пользы и устранение вреда. Что Аллах Субхану побуждает к устранению пользы и удерживает от вреда. В чем эта польза? В выполнении того, что приказал Аллах Субхану Тааля, в оставлении того, что запретил Аллах Субхану Тааля. То есть, любой фасад, любой вред, это непременно что? Если посмотрите на любой вред, увидите, что на самом деле это то, что запретил Аллах Субхану Тааля, это то, что является грехом, это маасия, ослушание Аллаха Субхану Тааля. Любое ослушание – это непременно что? Непременно вред. Понятен тебе, он непонятен, но этот вред есть. То же самое, что любое, что приказывает Аллах Субхану Тааля, вы увидите, что это польза. И все, что есть польза, она, на самом деле, всякая польза, она замыкается в чем? В том, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля, в покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому дальше Ибн Таймия говорит, «Фас-саляху ва таату муталязима». Поэтому польза
Саля и таа, покорность, они взаимосвязаны и неразрывны. Не может быть так, что польза, а это не приказано Аллаху Субхану ва Тааля, да? Или польза, это запрещено Аллаху Субхану ва Тааля. И дальше он говорит, «Валь маасия валь фасад муталазиман». Так же, как прегрешение, слушание и вред, тоже они взаимосвязаны. Не может быть так, что что-то является грехом в шариате, но в этом есть польза. И нет вреда. Да? Или наоборот, что-то является реальным, реальным вредом, и шариат это одобряет, шариат это не запрещает или еще и приказывает это. Об этом вред. Такого не может быть. Эти две вещи взаимосвязаны. Какие вещи? Салях и таа. То есть польза и подчинение Аллаху Субхану ва Тааля. Вторая пара взаимосвязана. А? Маасия, слушание и вред, фасад. Также говорит он, как взаимосвязаны такие вещи, как ат-тайб аль-хиль. То есть благость, что какая-то вещь она является тайб, благой, и аль-хиль, дозволенность. Они взаимосвязаны. То, что является таиб, то, что является благим, оно будет каким? Оно будет и дозволенным. И говорит он, «Вакуллю таиб халяль». Всякое благое, оно является халялем. И говорит, «Вакуллю халяль таиб». И наоборот, каждый халяль, он является благим. Каждое благое – это халяль, а каждый халяль – это благое. «Вакуллю хабис харам, вакуллю харам хабис». И всякий, говорит он, всякий хабис, то есть всякое мерзкое, оно что является харамом, и все, что является харамом, оно является мерзким. Может быть, что-то харамом, и это быть благим? Нет, оно будет хабис, оно является мерзким. Аллах Субхану ва Тааля поэтому говорит, «Ваюхиллю лакум ат-тайбат, ваюхарриму алейкум аль-хабаис». وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ и дозволил вам, дозволяет вам طيبات, благие вещи, وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ الْخَبَائِسِ и запрещает вам мерзости. Аллах Субхану ва Тааля разъясняет, описывая своего посланника, что он разъясняет الطيبات. طيبات – благое, а благое сочетается с чем? Таким образом? С хиль, то есть с дозволенностью. Запрещает аль-хабаис мерзости. Мерзости сочетаются с чем? С чем сочетается? Мерзостность чего-то? С тахрим, запрещенностью. Это очень важные слова баракаллаху фикум. Дальше он говорит, «Аль-ма'руф мулазим ма'та'ати вас-салях». Аль-ма'руф – одобряемое. Оно неразрывно связано, сопровождает что? Является спутником чего? Таа – покорности и салях – пользы. Это ма'руф. Мункар, если что-то мункар называется, то оно является неразрывно спутником чего? Того, что мы до этого говорили. Маасия – ослушание и фасад – вреда. Дальше говорит он. ولكن بعض الناس قد يتبين له اتصاف الفعل ببعض من الصفات قبل بعض. Но, то есть правило установилось. Какое правило у нас? Какое правило? Что шариат он устанавливает непременно, приказывает то, в чем есть благо, и дозволяет то, что в чем есть благо. Если запрещает, то запрещает что? Запрещает то, в чем есть вред какой-то. Запрещает ли строгим запретом? Или указывается на то, что это макрух, это нежелательно. Но тут у некоторых людей может возникнуть какая-то загвоздка. Ты должен понимать, что если что-то благое, то непременно оно бывает что? Дозволенным или приказанным. Ты должен понимать, что если есть мерзкое что-то и вредное, то оно непременно что? Оно непременно бывает запрещено. И наоборот, если запрещено в шариате, значит обязательно ты уже поймешь. Запрещено значит что? Значит вредное. Значит оно мерзкое. Дозволенное или приказанное, значит что обязательно оно полезное, и значит, оно благое. Но некоторые люди, говорит он, для них применительно к какому-то действию, к чему-то, может быть, какие-то качества для них проясняются, какие-то нет. То есть какие-то стороны, аспекты какого-то вопроса, какого-то дела, какого-то действия для них прояснились раньше, чем другие. То есть что-то они уже поняли, а что-то они еще не поняли, что-то для них не прояснилось. Как, например, говорит он, знает много видов поклонений, но он не знает,
салях, не знает пользы, которая есть в этих видах поклонения. То есть люди разные по своему знанию, по постижению, уровню постижения. То есть может, например, знать как поклонение, ибадаты знает, но не знает, какая в них что польза. Или знает многие мухаррамы, многие запрещенные вещи, но он не знает, каковы фасад, какой вред есть в этих запрещенных вещах. Если человек может, у него может быть ошибка, да, какая-то в этом вопросе, может думать какая-то вещь, например, что это запрещено, ему видится в этом вред, да, на самом деле шариат, например, это приказ или разрешает, в этом польза и так далее. То есть с каких-то аспектов человек знает что-то, с каких-то что не знает, что-то для него выяснилось, что-то нет. Дальше он говорит, окезалик, так же, что может быть? Может он видеть много пользы в какой-то вещи, видит, что там много пользы, но не знает, что шариат приказал это. Приказал шариат это или не приказал это. Но что, верующий человек в любом случае, он знает, что Аллах, он приказывает всякое благо, все, что в чем есть польза, и запрещает все, в чем есть вред. И если, например, человек видит, что какое-то дело в нем есть польза, но он не знает, при этом он видит, что шариат это не приказывает, то тогда здесь в чем причина? Еще раз. Кто-то говорит, ну вот это вот явная же польза, вот эта вещь. Но при этом шариат это не приказывает, говорит он. Шариат это не приказывает. А мы сказали, что если какое-то благо есть, польза есть, то шариат это непременно приказывает, верно? Человек говорит, ну вот польза есть, а шариат это не приказывает. В чем тут дело? Шейх Ислам Таймия говорит, просто этот человек ошибается. И его ошибка может состоять в чем? Она кроется в одной из двух вещей. Либо действительно он в какой-то вещи видит пользу, но наряду с этой пользой есть какой-то вред, который превышает эту пользу, но человек не знает об этом вреде. Аллах Субхана ва Тааля что сказал по поводу вина и мейсера? Они спрашивают тебя про вино и про мейсер. Мейсер, то есть азартные игры. Куль фигима исмун кабир. Скажи, в них, этих двух вещах, есть великий грех. Ва манафиу линнас. И некая польза для людей. Да, некоторые говорят, вот, когда выпью, там, нервы у меня успокаиваются, там, добрею я. Кто-то говорит, зарабатываю неплохо, да, польза, содержусь. Семью на эти деньги, говорит человек. Ну, польза же есть, говорит он, да? Аллах Субхана Таля говорит, да, может быть, какая-то польза тебе видится там, но там есть мафсада, там есть фасад, там есть такой вред, который просто тебе неизвестен. Поэтому ты с этой точки зрения можешь ошибиться, когда говоришь польза, но почему-то шариат это запрещает, или почему-то шариат это не приказывает. Либо можешь ошибиться с другой стороны. С какой стороны? Что это на самом деле приказано Аллахом Субхана ва Тааля. Это входит в то, что приказал Аллах Субхана ва Тааля, просто ты не знаешь. Почему ты не знаешь? Либо до тебя не дошел шариатский текст, какой-то хадис или какой-то аят, в котором это приказывается. Либо, может быть, ты этот аят и читал уже. И, может быть, ты хадис этот уже встречал, но просто ты не понял, что этот аят и хадис указывает на это. Поэтому не говори, это полезно, но почему-то шариат это не приказал. Ошибка может быть с двух сторон. С какой стороны? А, человек говорит, это полезно, но почему-то это шариат не приказывает или запрещает. С какой стороны? Не знаю. Нет, с первой стороны, что, в чем состоит здесь ошибка? Может состоять в чем? В этом суждении. А? То есть польза тебе-то видится, но там есть еще вред, который тебе неизвестен. В качестве примера что привели мы? Аят про? Аят про хамр, про вино, что в нем есть некая польза, но больше. Есть некая польза, говорит Аллах Субхану Таля, но вред, да? Но вред большой там, да, и большой вред. Либо с другой стороны, что может быть ошибка, из-за чего произошла? Шариат приказал это. Да, это полезно, и шариат приказал. Это просто до тебя не дошел текст, ты не знаешь текст. Либо ты не понимаешь этот текст, либо ты не понимаешь этот текст. И
Дальше, шейх Ислам Тайми, рахмаллаху тааля, он указывает на такой вопрос, как аль-маслаха аль-мурсаля, который связан вот с этим вот вопросом. Маслаха аль-мурсаля. Что такое маслаха аль-мурсаля, баракаллаху фикум? Маслаха, понятно, маслаха, то есть манфа, польза. Мурсаля, это буквально означает, что ну, отпущенная на волю, да, отпущенная, свободная. Это мурсаля. То есть маслаха, какая-то польза, которая не оговорена шариатскими текстами. То есть в шариатских текстах это не сказано, не приказывается, об этом не говорится и не запрещается, да? И в то же время, что не приказывается, не говорится, маслаха мурсаля, но в этом есть польза какая-то, и на основе этого что-то устанавливают, да, и говорит кто-то, ну да, в шариате не сказано про это, но в этом есть явная польза, польза религиозная какая-то или польза какая, мирская, поэтому вот это некий вид довода, говорят, они маслаха мурсаля. Понятно или нет? То есть они опираются в установлении чего-то на вот этот вид довода, который называют как? Аль-маслаха аль-мурсаля. И шейх Ислам Таймия говорит, вот поэтому, поэтому почему? Потому о чем мы говорили с вами раньше. А что мы говорили с вами раньше? Что все, что приказывает шариат, это благо. Верно? Если что-то благо, то шариат это непременно приказывает. Все, что плохо, это шариат запрещает. Если шариат запрещает, то это непременно плохо. Вот в связи с этим, говорит он, было, есть разногласия среди уляма по поводу аль-масалих аль-мурсаля. Масалих аль-мурсаля, мы сказали масалих, то есть польза, которая не связана с каким-то конкретным шариатским текстом, не оговорена шариатским текстом, по поводу которых, вещи, по поводу которых неизвестно, шариат учитывает это и ставит ли это чем-то таким, на что можно опираться, хорошо, или шариат пренебрегает это и не считает это основанием, чтобы делать это. Вот по поводу этих вещей неизвестно. И поэтому два мнения здесь, говорит шейх Ислам Таймия. Первое мнение говорят одни люди, что шариат побуждает ко всему ж полезному, ко всему, в чем есть польза. И если это польза, значит, мы можем утверждать, что шариат это принимает. Что шариат это принимает в расчет, и на это можно опираться, поскольку в этом есть польза. Потому что нельзя оставлять полезные вещи. Нельзя пренебрегать полезными вещами. Шариат, он не пренебрегает полезными вещами. Это первое мнение. Какое мнение? Раз это польза, шариат не пренебрегает полезными вещами. Значит, Аллах, субхану тааля, это что? Принимает в расчет, значит, на это можно опираться как на основание, чтобы это делать. А второе мнение, что раз законодатель это не принял в расчет, раз не указал на это, значит, это не может быть маслаха. Значит, это не может быть пользой. Значит, мы можем сказать, что здесь вред превосходит пользу, потому что если бы это было польза, шариат непременно бы что указал на это, обязательно взял бы это в расчет. Понятно или нет? Если бы польза была бы больше, если бы она была бы здесь превалирующей. И в зависимости от этого, то есть два аспекта здесь, да, принять это в расчет или не принять это в расчет, в зависимости от того, что люди знают из этого, есть два мнения в этом вопросе. Понятно или нет? Итак, что такое маслаха аль-мурсаля? Еще раз. Что такое маслаха аль-мурсаля? Маслаха аль-мурсаля, баракаллаху фикум, это какие-то вещи, которые не приказал шариат, и которые не запретил шариат. Определение маслаха аль-мурсаля, когда муджтахид, то есть алим, который достиг степени иджтихада, муджтахид, он видит в каком-то вопросе маслаха, видит в каком-то вопросе пользу, но в шариате там не сказано ничего о запрете этого, о пользе этого. Да, о том, что это приказывается или что это запрещается. Поэтому кто-то говорит, берем это. Почему? Потому что раз есть польза, в общем, шариат побуждает полезно. Поэтому можем говорить, что это значит одобряется шариат. А другие говорят, второе мнение какое? Может, вам и видится польза. Но раз шариат на это не указал, да, не указал, значит, что не надо брать это, потому что
здесь вреда значит, что больше, чем польза. Иначе шариат бы указал на это. То есть два мнения в этом вопросе. Шейх Ислам Таймия, он говорит, что вообще такого понятия маслаха мурсаля нет. Почему? Потому что, говорит он, из-за этого, из масалих, вот это понятие маслаха мурсаля, из-за открытия этой двери, многие последователи страстей вели разные бедаты в религии. Вводят какой-то бедат и говорят, маслаха мурсаля. Это маслаха мурсаля. Да, хоть в шариате не сказано про это, но это маслаха мурсаля. Шейх Ислам Таймия говорит, нет такого. Вещь, она либо оговорена, одобрена шариатом, либо она оговорена, запрещена шариатом. Может быть, непосредственно прямо вот на это указывается, да? Либо в общем указывается. Есть какой-то, что довод. Просто вопрос требует чего? Требует, во-первых, знания шариатских текстов, во-вторых, что? Понимание шариатских текстов. И если будет у человека настоящее знание шариатских текстов, не так, что он знает какой-то один хадис по какому-то вопросу, нет, он знает много хадисов по этому вопросу, все риваяты знает, да? Все, что касается этой области. Да? Если у него есть знание текстов, и есть у него глубокое понимание, способность извлекать выводы и хукмы из текстов, то тогда он и находит ответы на все эти вопросы. То есть требуется, что знание текстов раз, и что? И понимание. Поэтому предшественники, саляфу салих, сахаба, посмотрите, на что они опирались? Им было достаточно. Опирались ли они много на кияс? Нет. Нет. Опирались ли они много, или было вообще у них такое понятие, маслаха мурсаля, истихсан и так далее? Нет. Они приводили на любой вопрос, который поднимался, что аят из Курана. Или хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А когда недостаточно знаний текстов шариата или понимания, вот тогда вынужден человек прибегать уже к чему? К киясу, проведению аналогии, причем и чрезмерству нет в этом вопросе. Мы не говорим, что кияса нет. Кияс есть, но просто среди сподвижников он не занимал у них такое место, какое занимает у других. У предшественников кияс не занимал такое место. Тем более, что кияс, который используется многими, проведение разных аналогий, на самом деле неправильный кияс. Это кияс-фасид. Кияс-фасид, несостоятельный кияс, несостоятельная аналогия. Или кияс-маль-фарик, то есть кияс, проведение аналогии между вещами, которые на самом деле разные, которые нельзя сопоставлять. Неправильный кияс. С подвижников кияс, если и был, то он не был чем-то каким-то господствующим. И не был господствующим таким источником выведения шариатских хукмов. А что было? Знание шариатского текста Курана и сунны, знание самого текста и что? Смысла, понимание его, способность извлекать. Вот почему все время уляма настаивают на этом. Талибуль-ильм, искатель знания, он должен стремиться к такой вещи, как понимание. Приучать себя к извлечению выводов из слов Аллаха, из слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, когда его спрашивали, как он достиг такого уровня фикхи, факиху зама, факих нашего времени, говорят про Шейх ибн Усаймина. Почитайте его книги, послушайте его уроки, удивляешься, как он выводит выводы, да, какие-то делает выводы из какого-то текста, даже в голову не придет тебе, что этот текст может содержать в себе указания, да, на такой вывод. Его спросили, как он стал факием, как он стал вот таким вот понимающим, как стал таким знатоком. Он сказал, потому что все время старался из текста какого-то извлечь как можно больше выводов. Обдумать его так, текст указывает на это раз, на это два, на это три, на это четыре, на это пять, на это шесть. И чем больше человек вот так приучается к этому, тем больше для него раскрывается понимание, знание. Поэтому, конечно, хифз, заучивать наизусть, это важно. Потому что если у тебя не будет заученных текстов наизусть, у тебя не будет основы. Текст-то нужен, откуда ты будешь брать? Откуда ты будешь черпать это знание? Но только хифза, только заучивание наизусть, что недостаточно. Мы не умаляем значение хифза. Это важно для талиб-алим, заучивание наизусть. Но еще важнее то, на что делали упор сахаба, это понимание текстов.
Поэтому, если посмотреть на вопрос хифза, вопрос заучивания, сколько знает наизусть, у кого больше заучивания наизусть? У тех, которые потом, после сахаба. У них заучивание хифз больше. Но понимание, глубина понимания у кого больше? У сахаба ридуаналлахи алейхим. Поэтому мнение сейчас мы имеем, что маслаха мурсалет, возвращаться к этому вопросу, маслаха мурсалет это не худжа, это не довод. Любой вопрос, на самом деле, если иметь знание, оно что? Знание текстов и понимание его, в нем есть что? Ответ на это. Вообще, маслаха мурсалет, даже если допустить наличие такой вещи, как маслаха мурсалет, мы с вами раньше говорили, что дверь здесь широко открывать нельзя. Например, они говорят, маулит, день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, мы празднуем. Говорят они. Почему? Потому что они говорят маслаха. Маслаха мурсала. Маслаха мурсала. Почему напоминать людям о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, хоть раз в год, чтобы они вспомнили о посланнике Аллаха, чтобы что-то узнали про его сиру? Маулит. Маулит говорит маслаха мурсала. Мы скажем, нет, какой маслаха мурсала? Бидат. Бидат. Какой это может быть? Это нововведение. Маслаха мурсала, даже если мы скажем о наличии такого термина, мы скажем, это какая-то вещь, которая не касается ибада, во-первых. Что ибада, нельзя придумать какой-то ибадат и сказать, польза в этом есть, поэтому мы введем его. То есть это не касается чего? Религии с точки зрения поклонения Аллаху Субханаху Ва Тааля. Хорошо, сколько, пойдите в мечети во многих странах, сядьте там, сколько они во время намаза, и после намаза, сколько у них всяких вещей, которые они говорят, где они это взяли, Аллаху алям. Это все вот так вот, какой-то человек придумал это, говорит, полезно. Маслаха мурсала, давайте это сделать. А давайте после каждого намаза будем мы читать вот такую-то суру. Да? После этого намаза мы читаем аяты в конце суры Хашар, после этого там, намаза мы читаем аяты и суры Бакара, например. Да? Маслаха, полезно, полезно. Мы говорим, нет, ибадаты оставьте, здесь не может быть никакого маслаха мурсала. Тут может быть только шариатский текст. Что приказано, то делаем, что не приказано, все запрещено в ибадатах. Да? Маслаха мурсала может быть в вопросах, которые относятся к мирским вещам, вещам мирского плана, которые, может быть, являются васаиль, то есть не целью самой, а просто средством для выполнения чего-то, какой-то цели, которую установил шариат. Например, шариат установил такую цель, как донесение слов хатиба, того, кто обращается с хутбой, да, или учителя, который проводит религиозный урок, донесение, да, как можно большего количества людей. Установил такую цель? Да, установил шариат такую цель. Где у нас это? Пророк, алейхиссалату вассалам, он, когда что-то говорил, просил людей, у которых громкий голос, чтобы они повторяли за пророком, алейхиссалату вассалям, чтобы слышали люди, которые далеко. Были такие люди, у которых, машаллах, голоса, да, как граммофоны. Цель такая есть, донесение. Теперь микрофон сегодня возник у нас. Использование микрофона во время худбы, во время там, проведения намаза, во время уроков использование микрофона. Что мы скажем? Это какой-то вид поклонения отдельный? Нет. Это что-то, что целью является? Нет. Это просто средство к цели, которую установил шариат. Да, тогда это можно сказать. Да, маслаха мурсала. Используем микрофон. Это просто средство для выполнения задачи, которую ставит шариат. Понятно или нет? Книги, которые мы сегодня используем, они что, во времена саляф, если что-то записывалось, оно что было вот в виде вот таких вот книг, напечатанных, которые у нас есть сегодня, в таком виде. Нет, они были просто свитки какие-то, что-то было, записывалось знание, да, просто сам говорил, записывать знания, это все записывалось, но такие вещи, как сегодня, мы не используем, поэтому можем использовать это, да, можем использовать, почему? Потому что это не более чем средство, это можем сказать, это маслаха мурсала. Какой здесь критерий в этом вопросе, еще очень хороший критерий, который мы с вами раньше говорили, да? Да, говорите. Если в чем-то есть благо, мог делать, но не сделал, то значит в этом нету блага. Да, баракалфик. Вот это критерий. Какая-то вещь, если нужда в ней, побуждающие обстоятельства, мотивы к этой вещи были врена прокалисаратуса. Хорошо. И возможности тоже были сделать это, но он этого не делал.
тогда мы говорим, это недопустимо. Тогда это уже войдет в категорию чиобидатов. А если какая-то вещь, которая используется сегодня, делается сегодня, но во времена пророка Али Саратова сам либо не было нужды в этой вещи, а потом она возникла, нужда в этой вещи, либо, может быть, нужда была, и мотивы побуждающие были к этому, но не было таких возможностей. Вот тогда мы это используем. Ясно или нет? А если и мотив был, и возможность была, но этого не делал, тогда мы тоже это что? Не делаем. Ясно, иншаллах, в этом вопросе критерий понятный.